Всем привет, меня зовут Борис, компания SP Group. Сейчас я вам покажу еще один интересный объект. Это двухуровневая квартира с индивидуальным отоплением. Здесь есть много чего интересного, что можно показать и рассказать. Поэтому погнали, посмотрим. Начнем, наверное, с технической комнаты, где у нас расположены все коммуникации основные, кроме котла. Потом дойдем до кухни, где непосредственно висит сам котел. Давайте я, наверное, сначала здесь все покажу, расскажу. Итак, немного по порядку по каждой системе. Система узловода или так называемая система водоразбора, то есть у нас состоит из следующих элементов. Это коллектор, который распределяет всю холодную воду по конкретным конечным потребителям, плюс система предварительной фильтрации и, соответственно, уже система умягчения воды. Для того, чтобы у вас не образовывалось водного камня на ваших стеклянных или хромированных поверхностях. Система горячего водоснабжения у нас реализована с рециркуляцией, собственно, самой горячей воды. Для этого у нас здесь установлен бойлер косвенного нагрева, который работает от котла, который мы позже покажем. Он установлен у нас на кухне. С этого бойлера у нас осуществляется рециркуляция через все санузлы. Для того, чтобы вы могли в любой точке водоразбора открыть кран, и у вас пошла сразу горячая вода. Это очень удобно и комфортно. Не надо ждать ее там какое-то время и так далее. То есть в данной технической зоне еще дополнительно располагается у нас зона мини-душевой для того, чтобы можно было обмыть ноги, лапы животного, собаки. Ну, в данном случае у нас собаки. Для этого вот установлен, реализован такой гигиенический душ. Собственно, здесь сделана система вентиляции плюс система кондиционирования централизованная. Это выполняла другая компания, не мы, но тем не менее мы вам покажем, как ребята работают и максимально качественным результатом. Также в этом помещении у нас установлены коллекторы теплого пола и радиаторов. Как мы видим, на обратных коллекторах установлены сервоприводы для того, чтобы можно было осуществлять зональное регулирование, то есть покомнатное регулирование температуры в помещении. В принципе, это основной функционал данных сервоприводов, которые завязаны также в систему умного дома, как я говорил ранее. Еще на этом объекте мы применили одно классное решение. Это теплая стена для того, чтобы дать больше тепла в этот лестничный проем. На втором этаже мы имеем комбинированную систему отопления. Это теплый пол и радиаторное отопление. Соответственно, радиаторов у нас как таковых здесь нет. У нас присутствуют внутрипольные конвекторы. Сейчас мы их покажем. Но начнем с санузла. Санузел здесь достаточно просторный. Присутствует все необходимое. Это раковина, унитаз, стиральная сушильная машина здесь будет, душ, ванна, полотенцесушитель. Так как здесь еще производится ремонт, соответственно, еще не установили стекла, но это дело времени. Нет стиральной сушильной машины. Итак, хочу заострить внимание на некоторых деталях, тонкостях, которые, в принципе, их вроде как не видно, но они очень прикольно выглядят и достаточно функциональны. То есть в данном случае у нас, как и везде, мы стараемся реализовывать душевые кабины в строительном исполнении вровень с полом общего помещения. В этом случае то же самое мы сделали, только здесь использовали трап стеновой. То есть у нас, когда здесь будут в будущем установлены стекла, вот под них закладные уже есть, соответственно, вода будет сливаться в стену, такое ощущение. Но это не так, там на самом деле установлен специальный трап, который позволяет нам это все дело аккуратненько сливать в стену. И это все достаточно лаконично, красиво смотрится. Также очень круто добавляет эффекта и антуража у нас встраиваемая вся сантехника, то есть смесители. Тропический душ, ручная лейка и так далее. То есть на ванной то же самое. Красивые смесители встроены. Классная ванна. Все подобрано в стиле в одном. Матовый сатин. Все красиво.
Пойдемте покажу вам коллектор. Он находится у нас в спальне. Здесь немного еще стадия ремонта. Итак, собственно, сам коллектор. Здесь полностью автоматическое управление, то есть тут реализована система умного дома, которая завязана на климат, на отопление, то есть климат, что я подразумеваю, кондиционеры, отопление, вентиляция, и, собственно, это все привязано к уличному датчику, к погоде. Здесь установлен у нас будет в будущем шкаф. Таким вот образом выглядят у нас внутрипольные конвекторы для того, чтобы добавить нам тепла, если у нас не будет хватать теплых полов. В соседнем помещении у нас тот же внутрипольный конвектор, такой уж типа, поэтому можем пройти посмотреть. В этой комнате также будет устанавливаться кондиционер и, собственно, сам внутрипольный конвектор. Полы, как я уже говорил, здесь тоже теплые, 100% площади, для того, чтобы добиться максимального комфорта. На первом этаже у нас также реализована комбинированная система отопления. Это теплый пол и радиаторы. Пройдемте посмотрим. Тут у нас установлен внутрипольный конвектор. По индивидуальному заказу снимали шаблон, отвозили в Москву. Собственно, там на производстве, у нас на заводе все это изготавливало под нужный нам размер, с нужным углом. То есть это такого рода определенная особенность. Сам котел у нас будет располагаться в кухонном гарнитуре, и его не будет видно. Это очень удобно и практично. Дымоходы у нас уходят за потолок, и там все аккуратненько у нас спрятано. Еще из интересных особенностей в данной квартире – это остров, на котором располагаться будет раковина. Сюда были подведены все коммуникации в толще стяжки, собственно, холодное и горячее водоснабжение и канализация. Поэтому здесь будет очень удобно и комфортно этим пользоваться. Ну вот мы посетили еще один объект. Это двухэтажная квартира. Надеюсь, был полезен вам этот выпуск. Ждем комментарии, лайки. А с вами был Борис, компания SP Group. До новых встреч, увидимся.